Ну, на самом деле, к ремейкам я отношусь хорошо. И в истории кинематографа было очень много хороших ремейков. Но вот дело в том, что последние, которые вот у нас в стране, в России снимают там вот фильм «Кавказская пленница», ну вот что на ум сейчас первое приходит. Но мне кажется, ну все, наверное, честно делали этот фильм. Я не верю тому, чтобы режиссер там старался или там продюсер распилить бюджет и не снять хорошее кино, да. Но самое страшное, что этот, может быть, им в какой-то мере удалось, но укоренилось такое в сознании старый фильм, что мы каждый год практически смотрели этот фильм. У всех уже просто вот, ну, записано под корки, на каком-то на подсознании все эти шутки, все это восприятие. И когда волей-неволей, когда я смотрю волей-неволей, у меня все равно возникает сравнение того фильма и этого фильма. И мне, потому что это детские воспоминания, это юношеские воспоминания. Я смеялся над этим фильмом от души, и это было здорово. И в компании, в кругу друзей всегда какие-то вставлялись шутки из этого фильма, там, «Сообразим на троих», ну и так далее, и тому подобное. Наверное, ребята, съемочная группа хотели сделать это съемочное, ну, честное кино. Ну, то есть вложили долю своего таланта, финансов и так далее. Но здесь вот они, наверное, почву не совсем такая благотворная, потому что, вот я говорю, это очень такие знаковые фильмы для нашего постсоветского пространства, на которых сделать ремейк, мне кажется, это очень, надо быть смелым человеком, осмелиться на этот шаг, и при этом неблагодарное дело, потому что в любом случае будет критика, в любом случае будет сравнение, в любом случае будут говорить, что вы за фигню сняли. Но кто, наверное, поколение помладше, что ли, можно так сказать, наверное, поюнее. Может быть, этот фильм им понравился. Я могу говорить только за себя. Это насчет ремейков. Хотя история многими вещами благоволит, ну, как бы, тот же американский «Бегущий человек», у нас был «Побег», что-то вот похожее, да, с Мироновым, вот я сейчас вспоминаю. Ну, в принципе, неплохой фильм. Но, опять же, мои слова, мои сравнения — это, знаете, заниматься вкусовщиной. То есть нравится, не нравится. Но на меня ремейки все эти не легли. Ну, как бы,